Ты, Санёк, что ли, Пикачушка? Нет. Значит, Аня Пикачу, по-любому. Понесла, потому что куда-то меня. Точно, Аня? Узнаю повадки, блин. Я что-то Саб-Зиро, если что. Можно повежливее, пожалуйста? Что там, блядь? Пошел ногами, смотри. Что там делаешь? О, пошли на качели сидим. Да смотри, что он делает вон там с пушкой. Где? Пушку посмотри. Ну как кот, который за вентилятор зацепился ногтем, блин. А тут еще одна пушка есть. У меня кот напал. Ситх. Ой. Победил. Да? Нифига ты с двумя ножами на меня. Да ё-моё. Я стою выше тебя, Энакин. Не подходите ко мне. Блин. Так, всё, тут захожу. Я хотела тебя сзади поймать. Запрещенные приемы. Джедайские. У нас очередь живая, если что. Живая, Артём, очередь. Не подходите, Кяшечка. Если ты прослакал, значит ты прослакал. Никогда, видно, больницы не было, да? Аня, это просто бабка из больницы. Да-да-да, я только спросить чисто вот. Да-да-да. Я тут с 5 утра уже занимала вчера, блин. Вытащите мне руку, пожалуйста. Все, а, тяните меня. Тяните? Ты сама, да. Сама-то отпустись. Мне руку надо. О, ну, думай пускай. Головой. Вот, вот, правильно. Давайте, вытаскивайте. Вы меня за спину вытаскиваете. А какая, какую, говорит, мне руку надо отпустить? Типичные женские вот эти лево, право, блин. Да не за голову, блин. В районе ног нельзя было это. За сильное место хватайся. Дедушка смеет. Все. Порвало. Аня взорвалась, блин. Они там просвистывают просто. Ну. Шипит. Поедем на водопаде? Только не торопитесь, давайте все вместе. Идете, давай. Кто там отстал? Я? Все. Все? Все прыгнули? Да, вроде это, да. Это руль, кстати, походу. Походу, да. Ну, рулите, капитан. Рулите, бля. Парвин, спасибо за эликсирчики. Ну что, ра, народ, погнали, бля. Я, пожалуй, схвачусь за что-нибудь. Ёбаный рот. Рулите. Мы все умрем. Мы вылетели в выход. Нет, уровень прошли. Все, прошли. Улитке подойти. Ехали, как мужики в УАЗике с пивом. Грибочки собираются, смотрите. Вот, это надо собрать рыбу. А на улитку можно сесть, на ней ездить, да? Да. Да, я каталась без панциря. Ну-ка. Я когда на нее сел, ей панцирь оторвал. Сейчас я ее заструню. Ложу, просто не будет заходить, пускай рядом все лежит, да? Потом все вместе. Пошла, никогда так не шла. Слышите, да? О, какую-то колбу нашла, но. Ее нести надо. Я чисто как Кузьмич. Чисто как Кузьмич этого Михалыча подцепил. А, нет, она в шкафу такая, не выдирается. Декорация, но... У него топлива мало осталось. Поднимайся вверх, Паша. На третьем этаже. Третий этаж башни. После пушки следующий сразу. Кажется, все не по плану. Вообще пошло жестко. Я фиг знает. Может, тебя раскачать ему туда кинуть? Давай. Просто повезти. Я тебя держу. Ты будешь раскачиваться сам или чё? Давай. А по камням вы прыгали? Вот, нет.
Мост можно выключить, когда по нему кто-то идет. А я не знаю. Давайте я выключу. Нет, 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 скол был. Это не я. Берите колбу, кто там остался. Я не выключала. Ты там еще осталась, да? Возьми колбу. Санек там остался. Блин. Осуждаю такое. А кто выключил? Чат плохого не подскажет. Я не выключал. Мы сейчас мышку задаем. А никуда! Эй, кто ушел с локации? В смысле? Надо было мышку спасти, блин. Там мышка бегала в этом, не знаю, в сфере какой-то стеклянной. Блин. Сейчас вот эту хрень покажем эту. Я просто взял ее. Мышку? Ну да. А свиток там был под куполом. А зачем? Да пофиг на мышку. В смысле пофиг на мышку? Ты ж кот. Ну все, давайте все заново проходить ради мышки. Все, плохая концовка, блин. Присоединяйся. Подними меня наверх. Стой, подожди, дай подниму, попробую. Дим, стой, где поднять хотел. Да я стою, меня заносит просто. Давай, нас на шар. А на шар типа запрыгнуть, можно крутиться? Можно, можно, да. Я уже крутил. Есть! Поехали. Пускай, пускай его. Справа вот. Можно обратно залезть. О. Я не могу. На солнышке он будет расти. На солнышке это зеленое, а в тени он этот росток. В тени короче. Он просто. И что, нам нужен фонарик, что ли? Нет, это просто на солнце он вот такой. А если его в тень занести, то оно такое становится. И нам через него перепрыгнуть нужно. Ничего нам... не понятно. Ну, в смысле, он превращается на солнце и в тени. Меняет форму свою, видишь? Мне кажется, надо с ним выше залезть или нет. Так-ка, он на солнце-то все равно, наверное, же это. Ну, сейчас попробую, посмотрим. Попробуем, всё. Давай. Погнали. На солнце. Блять! Где кастрюля теперь? Он падает сверху, улетело вниз. А как его туда отнести тогда? Перевернуть, значит, и катить. Надо, может быть, чтобы один нес, а второй над ним, типа, держал кастрюлю, как зонтик, может быть. Какие варианты? Давайте, да, кстати. Давайте я вас... Возьми ананас, попробую. Залезь под кастрюлю. Да-да-да, держи. Давай, накройте меня кастрюлей, пожалуйста. Ну, заходи. Я не могу. Блин. И поднимай его вверх. Нет, подождите. На кровать. Нет, подождите. Так. Так. Все, пошли. Ну вы, кстати, плохо ее накрыли. Надо прям с головой, наверное, было. Сейчас, ой, сейчас взорвется. Во-во-во-во-во. Пошли, пошли, пошли. Так, 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 так. Не-не-не, тут где-то. Давай, давай, давай. Нормально. Какая же. Сохранение. Сохранение пошло. Тащите сюда его в тень. Похер. Во-во-во-во-во. Аня. Аня, с управлением сейчас справься. Во. Пошло дело. Так, так, так. Та-та-та-та. Здесь кастрюля не пролезет, не пролезает. Пролезет, пролезет. Теперь куда? Дальше, ну, вон дальше. Там. Просто отведем тебя куда надо. Чисто черепашка такая, да? А тут тень везде. А, ну вот в одном месте. Нет, вот только тень. Тут. Ой! Вырос, блин, кастрюль. Тихо, кастрюлю не потеряйте. Нормально, нормально. Тут уже, наверное... О! Так, наверное, справимся, нет? Угу. Хотя вот там дальше табличка есть. Ананасик туда дальше надо нести будет. Во, я клюв. Думаю, это новый будет. Где, чего вы хотите, я что-то не понял. Ну надо туда его доставить, ананас. Да. А что он не уменьшается? Во. Все, все уменьшается. Хватай, хватай. Нам надо сверху лететь-то, а не отсюда, мы сюда не залетим. Что-то как-то я... Как-то я его не... Что, в первый раз? Ну. Аня, ты не хватилась.
Поехали. А кастрюлю надо с собой тоже, наверное? Не-не-не, кастрюля уже все. Здесь уже тень. Ну что, прыгаем, нет? Прыгайте. Так вы возьмите, они она нас-то. Они не держатся. Все, поехали. Давайте. Ё-моё, пошли, бля. Наскачивай. Подожди, подожди, подожди. У нас проблема. Ананас не взялся, да. И давай, и раз, два, три, пошли. Так, 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 так. Аккуратно в ритме танца. Так, так, так. Все, надо нормально. Посадить. Ставим эту фигню сюда, сверху. Закидывай его. Закинул. Все, уходим, наверное. Сейчас, наверное, вырастет. Во, пошло, пошло. Дерево. Садовода, блин. Дальше что? Да я и пытаюсь. Че, нормально там все? Карабин туда засунул просто и все. Давай попробуй, подними его сюда. О, да-да-да, хватай. Успел. Еще разок. Может, вот эту фигню и надо опустить, чтобы карабин... Ну я так и говорю, опусти вниз, чтобы карабин туда не засунули. Так, есть. Изи. Да. А дальше что? А дальше как надо тележку цеплять? Она нужна там, что ли, тележка? Да хрена знает, она тут лежит просто так. Наверное, да. А чего она там, нужна он тележка? Нет, что наверху. Скорее ну, для всего, чего-то же вон там фигня такая а есть. Невозможно. Ну? Может быть, сначала надо было тележку прицепить? Возьми это, возьмитесь кто-нибудь. Юлия, это держи. Ага. Держу. Сложно, наверное, поднимать. А если по очереди поднять карабин сначала, потом тележку, нет? Да можно и по очереди. Шаткая система, мне кажется, немножко. Блин. Да что это? Все? Ну... Руку дай. Дай руку. Я не могу. Я держу и то, и то. Да, 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 да. Снеговик, что смотришь? Перехватывайте карабин. Карабин на мне висит нормально. На плечо такое чисто повесил, бля. Ну, на плечо. Фильм «Скалолаз» с этим. Попробуй отцепить кольцо. Сильвестром Сталлоне, бля. Карабин! Карабин! Держитесь, держитесь. Его вытащили? Нет, не вытащили! Нет, вы что наделали? Все и в воду все это, блин. Блин, может на... Так, так, так. Раз так не сделали. Давай сейчас попробуем раскачаться и завести. Все, я нормально, я подтащил. Все, 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 отлично. Ну тащите вот сюда. И здесь забираться. А, вот, по тележке надо, походу, забираться выше. Типа без нее тут ну, не забрались бы, получается. Аня, стой. Аня. Аня, ты что, обиделась? Доказала собой себя. Стоит, смотрит стену. Стой. Эй. Морковка настоящая? Эй. Он идет, анти без микро. А че у нас Аня молчит? Я не знаю. Да не трогайся! Бочком, бочком. Чистый краб такой. Оп. Нет! Там еще одна была, что ли? Я думал, все. Попався. Сейчас ты услышишь негодование. Тихо, 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 тихо. Ой-о. Я просто бил ее головой, там, это все. Да блин, последняя сбила. А Диана? Дима, ты прошел передо мной, да? Да, да, да. Да, блин. А Диана? Пошла, еду принесет себе. Нет, я понимаю. Ну и кто меня скинул? Где Аня в игре? Какая скотина это была? Это не я. Казус произошел. Не я. Артём, это ты?
Да, да, это он, да, это он, мы все видели. Да. Подошел к тебе такой, выкинул. А я еще пытался спасти тебя. Да, да. Да, да. Теперь еще Санек пропал куда-то. Прилег отдохнуть. Ой, капец, тут такие штуки. А почему вот сохранения нет перед вот а этими? Вот, вот, нету, да. Тут, походу, сейчас вот если мы умрем... Опа! А, он живой. Он... Да, придется заново все эти молоточки а проходить. Идите там дальше. Как дела, Аня? Вы следите дальше, мы ждем. Я тебя уже проходил, идите дальше. Я не видел, что ты проходил. Я когда дошел, тебя тут я уже не было. Я тем более не видела. Идите дальше. Вот это читерский был этот подход. Ты прошла? Да! Я последние две штуки не проходила, просто меня сюда кинуло. Я заживала в пацану. Ох, да! Я не знаю, как я с третьей штуки прошла. Я вообще сальто сделал еще перед последним прыжком. Ну все, Аня тут. Аня тут, она. Жалко тут сохранение. Я бы посмотрел на это. Бесконечно можно смотреть на три вещи. На огонь, на воду и как Аня проходит молоточки. Как шайтан ногу простреливает, таркая. Ладно, извини. Да в смысле? Я не хотел, я пью засосала. Ладно. Подожду вас. Где собака? Давайте вот так просто. А вот собака так, где? Кучей. Она улетела уже. О! Меня оторвало. Вот остался. Да. Батарейку с другой стороны. Да, да, да. Дим, цепляйся, я за батарейку и за тебя, подожди. Нет, ты просто можешь за батарейку. Нет, за. Что, ждать подождите. Будем? Да, да, ждем все. Помогите Дим. Собаке. Я не могу на Диму схватиться почему-то. А, я падаю. Я падаю. Помогите мне. Нас клюшки отцепились, блин. Это конь. Руки поднимай. Все, спасибо. Все, погнали. Они залезли? Не, подожди, подождите, подождите. Они за нас зацепятся? Так у них одна палка есть, вон. Вдвоем улетят. Пес идет какой-то, смотри. Слышь, псина, куда ты идешь? Все? Все, погнали. Вы готовы? Поехали. Да. Все, да. Блин, кулички как-то... Нормально, нормально. Кулички как-то плохо, не? Нормально. Да. Блин, нет, нормально! Нормально. Шибись. Нормально. Выкидывай его на него. Выкидывайте все это. Ить! Батарейку подтолкните. А батарейка? Толкните батарейку! Пошел. Хочешь, сколько отправлен? Все, хватайтесь, давайте. Собака в пути. А, батарейка оторвалась! В смысле? Блин. Она оторвалась. Ты потеряла? Да. Вон она. Выкиньте палку, пожалуйста. А, в смысле? Я же ее не могу поднять. Она тяжелая, типа, чтобы ее не шамарнуло. Ай. Надо палку, наверное, выкинуть, да, чтобы вам появилось там. Так, батарейку держу. За кого-то держусь. За снеговика. Аня, цепляйся. Снеговик сейчас подцепиться она... не может, он клюшка еще одна прилетела. Я вам специально... Да я просто держу, поэтому... Блин. Ладно, оставьте батарейку, я попробую просунуть эту одну палку между палками. Короче, палку между проводами. Аня, я держусь. Пошли. Так, я вроде подцепленный. Ай, Аня не цепилась. Да ну блин, я с какой стороны не кручу, но с другой стороны, принципиально. Дима, я держусь за тебя тогда, пошли. Угу. Все, поехали, пойдет. Аня вроде там подцепилась каким-то образом. Да. Главное, эту батарейку держите. О, держим. Капец, она... У меня она улетела, просто вырвалась из руки и оторвалась нахрен. Ты один ехал, а мы все, блин. Вот просили короткий, вот как бы коротенький был уровень. Бля, это куда нас закинуло, смотрите.
Она грузится. Так, ладно. Вырубаю я тогда. Телевизор. Давайте. Спокойной ночи. Ой, давайте. Спокойной ночи.